Vega, I see that you began to struggle with your sexual orientation and even began to try to meet women. So, I want to help you. Это было короткое вступление на английском языке, точнее, обращение к Вегабонду. Значит, я там сказал, что я заметил, что Вегабонд в последнее время усиленно борется со своей сексуальной ориентацией, усиленно интересуется женщинами. Вот. Ну, а так как у него в этом проблемы, наверняка, я знаю, то я ему решил помочь. В чем заключается помощь, которую я могу им оказать? Тут я, ну, вы знаете, мне тут вот через месяц будет 69 лет, у меня лысины, естественно, такой, как и Вегабонда, не было и не будет, надеюсь. Начиналась уже появляться лысинка, ну, как бы сказать, предпосылки к этому. И тут я узнаю, что шведские врачи, ученые, изобрели мазь, эксклюзивную мазь, которая не то что предохраняет волосы от выпадения, а наоборот, то есть не наоборот, а еще более того, способствует вырастанию волос в тех местах, где их уже нет, ну, на голове имеется в виду, да, пока на голове все это испытывается. Ну, я это, записался на эту программу, потому что мазь это еще не изучена, только-только изобрели, и сейчас набирают добровольцев, вот я один из этих добровольцев, которые проходят испытания на рост волос с этой мазью, да, вот она, здесь у меня остаточки. Ну, результат вы уже видите, да, результат видите, здесь, конечно, есть большой риск, потому что ученые, врачи сказали, что здесь однозначно будут побочные эффекты, и основной побочный эффект – это будет нестояние, состояние нестояния, да, понимаете, и еще какие-то возможные, не очень хорошие для здоровья. И, соответственно, об этом всех предупредили, и человек сам решает. За это нам ничего не платят, мы ничего не получаем, но вот можем поработать на благо науки. А так как я уже пенсионер давно, мне терять особо уже нечего, я решил, ну, отдать себя в виде испытуемого на благо шведской науки. И вот, видите, результат. Использовал эту мазь, резко стали расти волосы, резко просто стали пышно расти, вот, намного чаще, чем это было, лысина, естественно, заросла, вот, все, видите, нормально, нигде лысины нет, вот, побочный эффект пока я еще не обнаружил, вот этот самый страшный, нестояние, ну, потому что во мне, как бы, они замеряли, у меня тестостерона еще очень много, и даже если он будет уменьшаться, но в какой-то мере это особо на меня не повлияет, на мое состояние стояния, да. Вот. Могут быть еще какие-то побочные эффекты, вредные для здоровья, но здесь уже как будет, так будет, сам вызвался. Значит, взялся за гуж, полезая на куш, или как там говорится, да. Вот. Но я заметил еще один побочный эффект, что у меня как бы, вот у меня седые волосы были, да, и вот бороденка седая, но на голове у меня волосов больше было темных, у меня были темные волосы с небольшой сединой. А вот эти стали отрастать практически полностью седые, практически полностью. Видимо, скорость роста такая быстрая, что она не успевает набрать пигментацию под цвет, да? Организм не успевает вырабатывать пигмент. Поэтому вот такой побочный эффект, что волосы будут седые, будут густые, быстро расти, но будут седые. Вот сейчас выявилось это уже. Ну, за мной наблюдают, изучают, там проводят всякие эксперименты, берут волосы на анализ. Вот. Ну, что, сам-то сказать, на это подписался, я доволен. Вот, если они у меня так будут держаться еще там лет 10-15, вполне даже ничего. Поэтому, вот, если Вегабонд хочет, у меня осталось еще немножко мази, этот грамм, наверное, 10, да, это вполне хватит на его лысину. Вот, лысина у него страшная, вы видели, мне просто смотреть на него противно. Эти волосенки, он, видимо, дорожит этими редкими волосенками, которые торчат, там 3-4 волоска из лысины торчат у него, он их даже не подстригает, он просто ужасный, ужасный вид. Вот, я думаю, ну как он может понравиться женщинам вот с такой внешностью? Одевается, опять же, как бомж, говорю, как будто и в Америке не жил, как будто он в каком-то российском захолустье родился.
вон какие-то рубашонки, пиджаки какие-то дореволюционные, все. Ну, вот волосенки эти торчащие с огромной плеши, ну, страшно, поэтому вот, вегабонд, еще тут пока осталось, да, пока у меня тут с руками-ногами люди требуют, значит, за большие деньги, я тебе, ну, за чисто символическую плату, за символические деньги презентую вот эту мазь, и будут у тебя такие волосы, как у меня, так что думай.